Всем приветики. Зашел я сегодня в Warframe и решил немножко поторговать. Изначально у меня была сумма, это 431 платины. И минут за 40 я увеличил ее на 425. Я, получается, продал. Первым делом, что я продал, это каркас Валькирии за 45. Затем полностью Тринити за 50. Затем продал систему Локи за 120. Весь Локи стоит 150, а я систему за 120 продал. Ну, как-то мне повезло. Потом продал Вобана за 150 полностью. И еще продал систему Гидроида за 30. Потом продал... Последним, что я продал, это шлем Тринити. И в итоге у меня стало 856. Вот так вот просто. Довольно-таки. Сейчас покажу. Вот они, 856. Так вот. Я себе и поднял платину. Довольно-таки быстро, минут за 40. Вот. Как-то так. Желаю вам таких же успешных продаж в Warframe. На этом все. Всем покедова.